Наташа, А-а-а. почему ты все время красишься? Зай, ну что за глупости, чтобы быть красивой? А когда эффект даст? Сараза. Сейчас это глаз заплывет и даст. Иди отсюда. Теща, сделай ко мне борща. Чего? Ты что, Зятек, ничего не перепутал? 5000. А, ну ладно, сейчас. Ты что разлегся-то? Хоть бы по дому что-нибудь поделал, лежит. Теща, сходи-ка в магазин и рыбки возьми, а. Чего? Совсем да. Уже, что ли? 5000 дал. А, ну давай, схожу. А сыры! Оля, не растопить, ничего, сидят не они. Было. Ты маме пенсию-то отдал? Только после того, как я женился, я понял, что такое счастье. Но было уже поздно. Денис, дай мне денежек, пожалуйста. Откуда? Зарплаты еще не было, Наташа. Ну, Зай, я уже в салон записалась, мне надо денежек. Ну, у тебя же стопудово есть заначка, давай с нее возьмем. Заначки не надо, я коплю. Ну, Зая. Ты не отстанешь, неси свою сумку. Чего? Сумочку неси свою. А зачем тебе моя сумочка? Ну на. Сколько тебе надо? 5000. Я сейчас не поняла. Это я перепрячу. То есть ты мне хочешь сказать, что я все это время в своей сумке носила твою заначку? О, Наташа, это единственное место, где ты ни хрена не можешь найти. Офигеть. Денис, ты мне ничего объяснить не хочешь? Чего? Ты зачем мою пудру в мусорку выкинул? Так, Наташа, она пустая. Ты чего? Тебя, вот скажи, тебя кто из палаты выпустил? Там еще минимум на 4 месяца. Ёханый бабай! Лена! Да, Вовочка? Что иди случилось? Сюда быстро, Лена! Что такое? Свет! Включал. Ты? Падла. Ему можно. Воду кто? Включал? Нет. Пил? Смывал. Так, во. Давай успокоимся. Ты сейчас так говоришь, знаешь, как будто бы там какие-то баснословные счета пришли за это все. Етить! Колыхать! Хоть. Вы знаете, многие из вас пишут, какие плюсы семейной жизни. Друзья, на самом деле их очень полно. Вот, например, первое... Да. Я у тебя дома пакет с пивом забыл. Вижу, спасибо. Вот, ребята, посмотрите. Полчаса назад отправила его мыть посуду. Видите, что делает, а? Ну чего ты? Ты нормальный. Не мешай мне. Мой давай. Пузырики пускает. Да, борщец у тебя получился. Спасибо, спасибо. Вот теперь можешь просить все, что хочешь. Чего, прям все-все? Довольно, все-все. Зай, давай тогда купим вот ту цепочку, которую видели с тобой в магазине. Наташа. А. Ну я сказал все, что хочешь. А не все, о чем мечтаешь. Ну, имей совесть-то. Папа, что от нас дальше? Луна или Саратов? Ну-ка, иди сюда. Ты Луну видишь? Да. А Саратов? Нет. Ну, свободен. Красота. Так, ребятки, вечером я буду кутить.
Так что закрывайте свои профили, отключайте свои телефоны. Начну звонить, заходить в гости, комментировать фотографии. Кто не спрятался, я не виноват.